20 минут о красоте в непростых санитарно-экономических обстоятельствах. Это Beauty Time на 31-м. Всем здравствуйте. Если коллекции одежды в настоящий момент времени можно изучать только онлайн, то новинки солнцезащитных очков в специализированных оптических салонах в условиях гигиенической безопасности можно увидеть, примерить и оценить лично. И именно по этой причине мы представляем вам обзор трендов солнцезащитных очков весна-лето 2020. Если тенденция последних нескольких сезонов, даже последних нескольких лет, это круглые оправы, побольше, поменьше, овалы, но все крутилось вокруг круглой формы, то в настоящий момент эта тенденция, она плавно отходит. Отходит плавно за счет того, что все круглые элементы становятся более резкими, более острыми. Кругляши, которые носили последние сезоны, они становятся шестигранниками. Такая очень красивая оправа. Ее называют городской, потому что здесь небольшое затемнение, небольшой зеркальный эффект. И, в принципе, в таких очках комфортно и в помещении, и на улице. Форма лисички, которая присутствовала практически в каждом сезоне, вот на данный момент становится вот такой угловатой. Остается тенденция вот таких маленьких графичных очков. Если когда-то это были треугольники, то сегодня вот такая вот сложная форма, четырехугольная, такие трапециевидные линзы тоже присутствуют в коллекциях этого сезона. Я буду примерять, мне не все идет, мне не все подходит, ну, потому что лица у всех разные у меня, оно в какой-то степени специфическое, индивидуальное, это нормально. Еще одна версия на тему острых углов. Это вот такой вот шестигранник. В медицинской оправе, как правило, все тенденции присутствуют, потому что люди, которые носят очки, как правило, не ограничиваются одной формой, им нужны разные варианты, они много экспериментируют, они много эксплуатируют очки. Поэтому, если говорить о медицинском направлении, то там, как правило, вот любая форма. Традиционные круглые, но с острыми уголочками. Это вот признак того, что оправа нынешнего сезона. Оправа усложняется многослойностью. Согласно такой вот легенде, очень красивой легенде наших дней, вот эти вот, вот эта многогранность, вот эта вот сложность, она подчеркивает многогранность и сложность личности, которая ее носит. Капли заходили как тренд, и когда очень много носили рейбеновских каплей, они стали уже классикой. И, в принципе, я сама лично ношу капли уже много лет. Достаю, убираю. Вот такие вот они абсолютно не напрягают, и к какому-то образу они подходят. А капли именно этого сезона, они тоже угловатые. Немало в этих коллекциях оверсайза. Такая вот традиционная, их раньше называли телевизоры. И они тоже становятся, в этом случае не угловатые, да, телевизоры, они всегда были с острыми углами. Линия, она ломается, хочется глазу вот так, а дизайнер говорит, нет, будет вот так, чтобы все обращали на это внимание. Для меня вот такие очки ассоциируются чаще всего с пляжной модой. Девушки, которые хоть раз в жизни тратились на косметолога, они потом уже понимают, что такое SPF и что такое дополнительная защита. Да? Поэтому вот в маленьких кругляшочках, как у Джона Леннона, вот этого ничего не будет. Это нужно для имиджа. Вот такие вот надежные варианты. Это то, как нужно выходить на солнце вообще. Пигментацию, дорогие друзья, выводить гораздо сложнее, чем предотвращать. Главная тенденция – многогранники, четкие линии, которые присутствуют и в медицинских, и в солнцезащитных оправах. Как говорят эксперты, эта тенденция сейчас заходит и будет актуальна в течение нескольких лет. То есть сегодня это прямо новинка-новинка, на следующий год их станет больше, консерваторы привыкнут к этой форме, ну и потом еще несколько сезонов она продержится. Так что вот такая вот она, оптическая мода 2020. Это Beauty Time, программа о красивой жизни в непростых обстоятельствах. Продолжаем выпуск. Я Елена Проникова, и я бьюти-эксперт.
В этом проекте я буду рассказывать о новинках современной косметологии. Существует два вида РФ. Обычный РФ и РФ с микроинглами. Разница между ними в том, что при обычном РФ происходит нагревание кожи, и подкожно-жировая прослойка уменьшается. Игольчатый РФ совмещает в себе две процедуры – радиоволновой лифтинг и мезотерапию. Эти микроиголочки доставляют в глубокие слои кожи полезные компоненты и сыворотки без лишней травматизации. На этом все. Меня зовут Елена Бронникова. Естественность – это хорошо, но я за ухоженность. Центр косметологии «Мерлин». В нынешних условиях мы работаем с соблюдением всех мер предосторожности. Для вас мы рады представить по демократичным ценам лазерную и электроэпиляцию, аппаратное и инъекционное омоложение, удаление шрамов и тату, выполнение и коррекцию татуажа. Звоните 268-0507. Центр косметологии «Мерлин». Ждем вас на улице Свободы, 32. Прейскурант на сайте вселенка.ру. Школа маникюра и педикюра «Лаки». Учим грамотно и с душой. Лучших выпускников трудоустраиваем. Онлайн-запись учеников и моделей на сайте luckyschool.ru. Ювелирный бутик «Частная коллекция» представляет уникальные работы ювелирного дома «Моисейкин», шедевры которого украшают коллекции президентов, монархов, премьер-министров, звезд кино и сцены. Эксклюзивный представитель дома «Моисейкин» в Челябинске – ювелирный бутик «Частная коллекция». В настоящий момент работаем в режиме онлайн. Телефон плюс 7 922 705 80 85. Для первых в труде и первых в игре. Для первых свиданий и первых признаний. Для первых по кудряшкам и первых по волнам. Для первых на поворотах и первых на виражах. Макфа. Первые для первых. Этой весной Анатолий Некрасов, известный психолог и писатель, должен был дважды посетить наш город, но и в его планы вмешались известные обстоятельства. Правда, один раз все-таки состоялся, и автор представил нашей публике свой моноспектакль. Проблемы в отношениях возникают независимо от политического строя и экономической ситуации. Но если говорить о нашем веке, то причина большинства противоречий между мужчиной и женщиной – это смена социальных ролей. И чтобы найти компромисс между природным и социальным, придумали всевозможные тренинги и практики. Это как раз борьба противоположностей. Это та граница, которую, перейдя, которую женщина превращается, чаще всего даже называют в лошадь, вот. А если в ту сторону, там она теряет себя как личность. А вот эту тонкую грань надо найти. Но она легко находится, если женщина занимается раскрытием своей женской сути. Вам предлагают какую-то деятельность, а вы спросите, а это принесет мне счастье? Я буду от этого счастлив. Если вам надо ехать час в одну сторону, час в другую сторону, и там еще коллектив не такой, зато зарплата хорошая. Вы будете от этого счастливы. Писатель и психолог Анатолий Некрасов на этот раз со своей аудиторией общался в формате спектакля. И она поняла тоже, ей все это открылось. Простите, дети, что я вам уготовила такую судьбу. Что вы пошли по жизни по моим стопам. Каждый нашел в себе что-то. Или в своей жизни, или в жизни родителей. А главное, увидел выход из этой ситуации. В зале немало мужчин, что для подобного рода мероприятий редкое явление. Кстати, у автора есть и темы для размышления, сформулированные специально для сильной половины человечества. Понимание женщины, уважение к ней,
любовь к ней, что ей нужно для того, чтобы она расцветала. Вот это, я думаю, мужчины вынесли. Ситуация, знакомая многим, когда девушки и женщины бесконечно посещают различные тренинги, заменяют ими истинные отношения и при этом счастливыми так и не становятся. Все дело в активных действиях, точнее их отсутствии. А если у нее проблемы, и она читает, у нее проблемы, она приходит на тренинг, и у нее проблемы, ну, это не радость. Я радуюсь реальным событиям в жизни человека. Мало того, у меня на консультацию человек не может прийти второй раз. Второе. Я провожу только одну консультацию. Раньше 3 месяцев. Через 3 месяца, если она звонит и плачет, что у нее ничего не получается, извините, я дал все. Если не получается, только твои проблемы. Ты просто ленишься, ты просто не хочешь, ты просто дуришь. Радости больше или еще больше загрузки своими проблемами. Потому что она везде все видела, везде сравнивала, и все не в ее пользу. Обычно женщины живут на 5-7 женских качеств. Это еще хорошо. Обычно 3-4. А знаете, женских качеств более 200. Так вот, любить себя, ты изучи хотя бы, осознай женские свои качества. Ну, хотя бы часть раскрой. А если побольше? Представляете? Поэтому любить себя – это надо просто раскрыть себе вот свою суть. Момент такого ясного, четкого понимания, как будто небеса раскрылись, и она увидела всю жизнь разом, и увидела, как она шаг за шагом уничтожала свою семью. Моноспектакль «Три часа любви. Изменившие жизнь» в Челябинске прошел с аншлагом. Этой весной наша публика ждала новой встречи с Анатолием Некрасовым. Но известная ситуация вмешалась и в эти планы. Встречу отложили до лучших времен. Это «Beauty Time» – программа о том, что делает нашу жизнь яркой, и о тех, кто к этому стремится. Продолжаем выпуск. Проект «Главная сцена» – это всероссийский многожанровый конкурс талантов, который проходит в разных регионах нашей страны. Организаторы челябинского тура отсмотрели более 100 номеров. Конкурс «Главная сцена» – это конкурс для всех желающих от 3 до 50 лет. Участники – это Челябинск и Челябинская область. Но на самом деле здесь у нас есть гости даже из Свердловской области, из соседних областей, которые мы тоже, конечно, рады здесь у нас видеть. Сам конкурс необычен тем, что у нас открытая система судейства, то есть после каждого номера все жюри поднимают средний балл по всем 3 критериям. И также мы сделали дополнительные кубки за лучшую группу поддержки, чтобы родители, бабушки, дедушки как можно ярче поддерживали своих детишек. Совершенно новые номера, которые мы вот буквально недавно выучили и вывели на сцену. Очень нравится хип-хоп, вог и все, ну, всякие движения, которые дерзкие. На самом деле в этом коллективе танцует мой ребенок, и наш педагог организовала группу мам, которые танцуют непрофессионально. То есть мы впервые, у нас дебют, и мы очень сильно волнуемся, очень сильно переживаем, но надеемся хорошо выступить. Суть состояла в том, что мы ждем чего-то глобального, и по ходу номера к нам добавлялись новые люди, которые тоже это ждали, и в самом конце мы все-таки достигли своей цели и дождались. Для нас это уже второй такой конкурс. Жюри нам поставило, с оценками первой. Жюри нам поставило 6-8-8. Но я считаю, что для нас приемлемые оценки, да. Сегодня от меня выступало 2 ребенка, 2 моих ученика. Один из облаков как раз, ее зовут Беспалова Милана, она выступала по номерам 14, она пела песню Кати Рябовой, она звучала на Евровидении в 2009 году, «Маленький принц», и пел Нарай Хачатриан, ему 16 лет, он выступал по номерам 36, он пел песню Грувера Вашингтона «Just the two of us».
Хореография и вокал, оригинальный жанр и инструментальное исполнение. На протяжении 13 часов жюри с помощью открытой системы судейства выбирает тех, кто же получит главный приз. На самом деле это в первую очередь мощнейший толчок в развитии. Это не обязательно победа, даже просто участие, когда коллективы, солисты делятся опытом, смотрят друг на друга, они учатся чему-то друг у друга, и это очень важно, не засиживаться, а показывать свои результаты. Очень хотим победить, но и выступить, конечно, хорошо. Достаточно высокие, но ниже семерок не было. Мы очень старательно репетировали, мы старались, очень сильно готовились и очень сильно ждали. Надеемся на победу. Мы могли лучше, но что-то пошло не так, в какой-то момент там были ошибки, но мы будем это учитывать и выбирать. Три десятки. В качестве подарков лучшим артистам организаторы главной сцены вместе с партнерами подготовили сертификаты на запись песен, изготовление сценических костюмов, а также создание портфолио. Ну а победители получают внесение половины организационного взноса на финал чемпионов, который состоится летом в Абхазии. Телемедицина в Челябинске. Эту инновацию в числе первых у нас внедрили в клинике «Источник». Теперь пациенты имеют возможность получать консультации врачей разных специальностей дистанционно. Телемедицинская консультация будет эффективна в том случае, если пациент уже был у врача и теперь обращается с целью интерпретации анализов, назначенных в динамике, или уточнения диагноза, или коррекции назначенного лечения. На сайте клиники «Источник» и на ее страницах в соцсетях есть видеоролик с пошаговой инструкцией, как зарегистрироваться и записаться на прием. Нужно зайти на сайт клиники «Источник», найти вход в личный кабинет, авторизироваться через портал госуслуг и, оказавшись в личном кабинете, выбрать нужного вам специалиста, дату, время консультации и оплатить услугу. На этом процедура оформления телемедицинской консультации закончена. Первичному пациенту на онлайн-приеме специалист дистанционно сможет составить план обследования и дать рекомендацию, к врачу какой специальности лучше записаться на прием. Пациенту, который ранее не был у врача, к которому обращается на онлайн-консультацию, нужно понимать, что в рамках такой консультации невозможно выставить диагноз, назначить лечение, и дистанционно врач может порекомендовать специалиста, к которому необходимо обратиться, скорректировать или назначить план обследования или провести беседу о профилактических мероприятиях при том или другом заболевании. Расписание телемедицинских консультаций открыто у врачей разных специализаций, в том числе и узких – эндокринолога, ревматолога, невролога, кардиолога, гастроэнтеролога, гинеколога и других. Это особенно важно для людей, имеющих хронические заболевания. Вы – женщина с формами, и вам хочется одеваться стильно и модно, нравится себе и окружающим? Специально для вас имидж-клуб «Светлана» объявляет набор в проект «Модель X Plus». Подробности по телефону 263-57-37. Все сюжеты Beauty Time можно смотреть и пересматривать на YouTube-канале, а обратная связь с нами через Instagram и ВКонтакте. Ищите по хэштегу Beauty Time _TV. А на этом выпуск завершен. До встречи. Наши стильные партнеры. Имидж-студия Елены Ивановой. Ателье «Модный дом Я».